Всем приветствия. В конце декабря же было обновление пролога. И сейчас вот я решил поиграть. Тем более, как известно, 6 февраля нас ждет уже выход игры в ранний доступ. И там уже поиграем побольше. А сейчас пока попробуем пройти обновленный пролог. Я вот, кстати, сейчас попытался разочек его пройти. Меня там завалил босс. Там что-то вообще жесть, он начал как там бить всякие способности. Пока я разобрался, как с ними справляться, у меня уже было 30 здоровья, а хилок вообще просто нету, нечем хилиться абсолютно. Из 30 здоровья я уже не смог его добить. Ну, в принципе, там довольно все просто, если разобраться, как я понял. Надеюсь, что сейчас я справлюсь. Так что со второй попыточки поехали. Черт, где это я? Вовремя ты продрал глаза, ритуал начался. Совсем скоро ты нам понадобишься. И не вздумай чудить, а не то закончишь, как один из твоих дружков. Надо бы еще раз его проверить. Там наверняка натекло свежей крови. Вот так. Проклятие, похоже, отбиться нам не удалось. Нужно убираться, пока этот хмырь не вернулся. Хм, кандалы-то совсем ржавые. В чем нужно снять кандалы? Так как я сейчас уже поиграл, мне с первого раза не получилось. Сейчас я эти все обучения не буду читать, а все быстренько буду делать. Снять кандалы просто надо вначале у нас подойти к трупешничку, друга. Бедняга Лок, в этот раз предчувствия тебя не обманули. Его не стали обыскивать. Опрометчиво, без обид, дружище, тебе все равно это уже ни к чему. И можно обыскать его, нажимаем, забираем все у него. У нас тут голод, жажда. Надо все выпить и съесть, еду, чтобы удалить. Оп, голод, жажду утолили. Взломать теперь нам нужно дверцу. Отмычки подняли. Надеюсь, выжил не только я. Нужно вооружиться и найти остальных. Вот у нас оружие тут стартовое. Металлическая какая-то фигнюшка. Так, там ничего нету. Там у нас скелетик обыщем. Оп-оп-оп. Ух ты, кстати, не поздно. А мне, кстати, я вот сейчас как играл, там было все совсем другое. Там магического точно не было, было обычное ожерелье. Тут где-то две штуки их нашел. Так что лут сразу видно, полный рандом все еще. Клетки открыты, а следы крови совсем свежие. Похоже, совсем недавно всех наших куда-то увели. В темнице оставили только меня. Странно, очень странно. Оп, пусто, к сожалению. Так, здесь... Ух ты, и тут неопознанное колечко, а жесть, два неопознанных синих предмета. Тогда ничего не было в прошлый раз. О, как ты выбрался наружу, тебе конец. Пошаговая игра, все действуют враги после меня, понятно. Можно осмотреть его способности, да-да. Мы знаем, это вот правой кнопкой смотреть. Здоровье, его сопротивление. Обращенный стражник. Иди-ка сюда. Бам, бам, бам и бам. Убили. Взяли у него заточечку. Оп, заточечка. 13 урон. Будем сразу два оружия использовать. Так, вроде бы по урону эффективней. Вот 10-5 вместо 13. Чуть-чуть больше. Эффективность там чуть-чуть падает. Ну, неважно. Оставим пока так. Неопознанные вещи не будем одевать. Ну, там какое-то проклятие меня ждет. Оп. Берн, все крови, нелепая смерть. Похоже, тут ловушка, надо смотреться, а не то меня ждет та же участь. Здесь сказано, что как найти ловушку, вот она способность, поиск ловушек. Найти. Вот она появилась перед носом, правой кнопкой. Можно проскочить, но шанс 26% у нас только, а обезвредить 150. Оп, обезврежено. Побежали к другу. Нашли у него поиск, шанс неудачи минус 1%. Ну и пойдет. Черт, я забыл про ногу, болит все сильней. Надо бы чем-то обработать рану, пока не загноилась. Опа, здоровье срезалось, у нас боль, травма. Надо здесь найти медикаменты. Ящики, здесь точно что-то найдется. Вот здесь вот медикаменты, я уже знаю. Прям целый комплект. Ага, вот этим я как раз пролатаю ногу. Нажмите С. Нажмите это самое сердечко. Медицина. Надо стабилизировать, боль будет все ухудшать там, короче. Иначе она, по-моему, так сама даже и не выздоровеет, да? Надо обязательно шину наложить. Вот, чтобы плюсик появился, все, теперь все будет у нас... восстанавливаться. И также стабилизация, значит, что тут сохраняет негативный эффект стабилизированной травмы, но больше не копит боль. И как до определенного предела подхилится, типа травма залечится. Можно ускорить процесс, используя мазь. Использовать. Оп. Очень, ну, вы, значит, ваш уровень здоровья ниже, тем меньше порог боли, боль затрудняет лечение, а на высоких значениях приводит к смерти. Избавиться можно с помощью эфирного ингалятора от нее. Вот у нас боль.
Шанс неудачи, эффективность лечения минус, получаем урон плюс. Она и сама бы прошла на самом деле. Ну ладно, используем ингалят, у нас он интоксикацию повышает, зато боль уничтожает. Вот, увеличивает интоксикацию. Ухудшает состояние персонажа и смертельно опасно на высоких уровнях. Оп, интоксикация. Ее надо снять вот этим вот шприцом. Вызывает замешательство, зато снимает интоксикацию. Бам. Вот, неуклюжесть. Шанс уклонения минус, шанс неудачи плюс. Очень плохо. Использовать режим отдыха надо, но только чтобы не было рядом врагов. Отдыхаем. Сейчас здоровье восстанавливается, ходы вот пролетают, увеличивается голод, жажда и так далее. Все. Пойдем долутаем быстренько здесь все. Так-то лучше, жить буду, пора идти дальше. На альт подсвечивается добыча. Кстати, ящики не подсвечиваются, только сама добыча. Так, у нас лук можно забрать. Я еще лук выбросил, там на боссе был лук, очень пригодился, а я туда, мне выпал посох этот на пироманта, я пироманта решил. Вот. В итоге у меня не было дальнобойного, вообще все так нелепо получилось. Коряга, двуручный меч, ну двуручный я не хочу. Клюка нам тоже не надо, вот топорик можно взять, 17 урона. Топорик, меч возьмем, щит не надо. Примитивный доспех, примитивные ботиночки оденем, которые практически ничего не дают. Ну и все, дал и выбросим. Пойдем дальше. Здесь у нас дверцы не открываются, заперто с другой стороны, да. Враг у нас появился. А, у нас лук есть. Че я? Могу сделать несколько выстрелов. Но, к сожалению, я промазал. Ну, отлично, вот будет удар. Новый уровень. Способности, атрибуты можно увеличить. Вы, в первую очередь, становитесь сильнее за счет расширения арсенала способностей и получения лучшей экипировки. А атрибуты немножечко усиливают персонажа. Ну вот атрибуты. Живучесть буду качать, что не подхилится никак. Живучесть тут у нас повышает урон и здоровье, регенерацию всего, и здоровье, и энергию. Иммунитет получаем, и лечение. Короче, живучесть качаем. Все. Способность пока взять нельзя, потому что нужно найти этот самый... Книжки сначала. По навыках. Вот, пиромант. Романтический трактат прямо ко старой доброй времена в Академии. Придется вспомнить парочку заклинаний. Опа, мы взяли трактат. Теперь мы можем его прочесть. И читать мы не будем это все. Огненный залп изучите. Так, и теперь вот все навыки у нас закрыты. Надо везде книжка абсолютно. Вот пиромантию только первый том изучили и все. Вот у нас появилось первое заклинание. Залп. Три огненных этих самых сгутка. По 6 урона и еще... Увеличенный урон будет по горящим целям. Вот так вот. Хотя бы так. Хоть что-то появилось. Это цветочные часы. Можно по торговцам. Но торговцев тут не будет, поэтому они нам не нужны. Крепкий напиток. Вызывает опьянение. Снижает жажду. Боль. Увеличивает мораль. В принципе, неплохо. Выпить можно. Так. У нас тут враг. Оп, заклинание. Так, надо подождать, пока огонь пройдет, иначе можно загореться самому. Эта точка нам не надо. Монастырская книга. Это у нас тут история, предыстория, что тут начали все заболевать. Непонятная болезнь, ее никак не вылечить. Все заражаются только. И, в общем, начинается у них паника еще только. Вот вырванная страница. И здесь вот тоже продолжается эта история. Что все больше хворь распространяется, никто не может справиться. И так далее. Вторая страница, если что. Травник принес заразу. В общем, там она только больше и больше распространяется. Толпа пыталась сжечь часовню живьем. Все спустились вот, в подвал. Карантин нарушен и так далее. Так, ну здесь мы просто сейчас прочитаем книжки. Это книжки навыков. Это у нас свитки. Так, что у нас тут? Два свитка определения. О, мы можем колечко попробовать. Свитки определения, там есть вот про все свитки говорится определение, зачарование, снятие чар, то есть проклятие можно снять. Поэтому у нас вот здесь определение. Опа, ожерелье. Опа, она оказалась проклятая. Проклятие разрушителя умов. 5% шанс снизить расходы каждый ход. Так, использовать колечко. О, колечко хорошее. Энергия плюс, сила магии плюс, шанс блока плюс, регенерация энергии плюс. Отлично. Такое колечко нам пригодится. И завершение истории, что вообще все плохо, и все. Исцеление, надо исцеление, его нет, все передохли, и до свидания. Понятно.
Так. Все, книжки все прочитали. Сюда еще осталось забежать. Свитки у нас появились еще дополнительные. Что у нас тут? Снятие чар. Вот можно снять проклятие, например, отсюда. Свиток зачарования. И определение еще один. Можно что-то зачаровать. Но мне пока все слишком донное. Я не хочу тратить зачарование. Может, что получше найду. Обучение пройдено. Теперь вы сами по себе. Выживите, найдите переход в следующий этаж. Финал. Вы не избранные, и многие враги примерно соответствуют вам по силе. Будьте осторожны, не идите на пролом. Остерегайтесь групповых боев, старайтесь исключительно сражаться один на один, используйте окружение с умом. Без проблем. Так, поехали. Летучая мышка. На тебе зал. Она просто умерла, и все, крыска еще у нас тут. Она не загорелась почему-то, странно. А я вот загорелся, да, или нет, не понимаю. Да, почему крыса не загорелась тогда, вот интересно. Ой, я что-то злоупотребил, надо было все-таки дальше отходить и поджечь его. Ничего себе, как он мощно мне напихивает. Когда он там умрет? Нет, я злоупотребил. А, ну все нормально, я подхилился, видимо, из-за левелапа или как-то. Негодяй еще идет к нам. Его будем поджигать дальше. Ну, теперь убьем его просто. Иди сюда. Не хочет умирать. Да ладно. Все, всех перерубили. Губка, тесак. Посмотрим, что у нас за тесак. О, 18 рубящего урона. Так, 17, 17. Шанс блока 4, шанс крита 2. Шанс блока 3-3. Ну ладно, вместо вот этого меча можно надеть, в принципе. Губка что там дает? Интоксикацию увеличивает, боль уменьшает. Ну хорошо. Меня знатно побили, надо выпить, но у нас уже жажда. И еще кто-то идет, кстати. Да, не так-то просто. Сколько их тут? В одном месте прячется. За два залпа. Сколько у него осталось? Половина здоровья примерно. Обращенный мучитель. Неужели? Все, можно я теперь отдохну? Дверь. О! 22 урона. Вот это неплохо. Крыса еще какая-то идет. Все-таки определение. Зачаровать это уже можно, в принципе, попробовать. О, сила блока, урон оружия плюс 5. Ну, такое себе. Ну, пойдет. Так. О, у меня же левелап, я уже и забыл про него. Боль 42%. Так, живучесть чуть-чуть качнем. Способности. Поджигает, дает. А, вот, надо сначала все равно надо брать валун. В любом случае, валун это самый чит. С кем бы не играть пока что в этой игре. Отдохнем. Так, может мне стоит подхилить какую-то часть тела? Я смотрю. Нога, голова. Ну ладно. Нога и голова используем пока что. Там небольшая боль. Ладно, можно справиться пока с этой болью. Сожгли всех. Огонь прошел. Да, что я пропускаю возле огня? Ж надо вот так вот делать. Отдыхать, пока он пройдет. Ловушку главное не попасться, иначе будет жесть. Вроде не видно ловушек. Сейчас быстренько все объекты разрушаем. У нас персонаж проголодался. Вот у нас голод 25, то есть можно таких пережрать побольше. И еще, и еще. Вот так. 10-4 теперь у нас нормально. Крыска. Полочка пустая. Везде. О, ух ты! 5 защиты, нифига себе! Сразу такой доспех жесткий попался.
А доспех, походу, он вообще напрямую снижает урон. 5 урона меньше, походу, я теперь буду получать от вот так. Физически, как я понимаю. Так, переход на следующий этаж, но это невыгодно, надо полностью защищать, а потом только переходить. Пустая полочка, пусто тоже все. Ничего нет. Это негодяй. Можно пару залпов ему сделать, конечно. Ой, не то, один, два надо нажимать. Пытаться его оглушить. А, он откинулся к этой, не оглушается. Ну, пока и не надо больше, теперь его, наверное, убью просто. У него 53 еще здоровья. Не хотелось бы на самом деле тратить ману. Не ману, а в смысле хп, потому что мана так быстро восполняется, а вот хп, вот когда уже пробита вот эта полностью темная полосочка, то долго восстанавливается сильно. Так, ой, у меня поломался тесак мой, кстати. Блин, я не заметил, что прочность на грани была. А починить это надо найти. Я вот в прошлый раз играл, мне попался ремкомплект. А сейчас вот не факт, что он попадется. Не хотелось бы без ремкомплекта обойтись. Ну, посмотрим. Это все рандом. Да, я еще и зачаровал этот меч. Неудачно получилось. А он сломался и потерял свою фиг. Опа, ловушка найдена. Это неопознанная шапка. Цветок определения. Кстати, а если я его одену? У меня же есть снятие чар. Если что ж, могу снять. Но он не проклят, поэтому все нормально. Пускай одет будет. Не буду пока свиток единственный тратить. Яблочко. Так, тотемчик поставим. Такой вот у нас, если что, жертвенный друг, он когда умирает, там всех бафает врагов. Бафер. Ух ты. Опять защита опять, а это что у нас лучше, кстати, какой? Вот этот более прочный. Так, 10, 5, 10 одинаково, 15 разрыву, больше мороза дает, кровотечению этот дает, а тот отбрасывание. Шанс уклонения этот минус 7, тут минус 10. Только это стрелка, да? Да, энергия минус. Но она явно лучше. Перчатки, зелье. Так, мне нужно тотем пересоздать. Отдохнем ради маны чуть-чуть. Крыска. Ладно, эту рубаним просто. Уничтожено все. Крыска опять идет у нас. Какой-то звук был, как будто враг меня заметил. Ну да, так и есть. Опять бафер.
Уничтожен. Ух ты. Крик, что он делает у нас? Так, 7 сил урона. Оглушает и замешательство вызывает. Вампир. Обращенная женщина. Обращается в безумную фурию. Ой, у меня же левелап. Качаем живучести. Можно взять теперь пиромантию новую какую-нибудь. Вот это, например, кольцо пламени. Поджигает все соседние. Дает минус сопротивление огню им. Сожжение по площади все поджигает. Все равно тут сильно много не прокачаешь. Вот это, кстати, по-моему, неплохая штука. Это вроде особо не понадобится. Вот эту вот можно еще взять. Кольцо пламени. Ну, с другой стороны, как-то мне не впечатлили эти заклинания. Геомантия была бы лучше. Минус сопротивление. Вот эту вот, например, штуку можно взять. Всем врагам в зоне оставляет их окаменеть. Не, ну это все фигня. Вот это вот крутая штука. Пиромантия. Основные навыки. Ну или ладно. Можно пока... Не важно, что возьму пиромантию. Так, для показать чисто. Какой жесткий враг. Блин. Я тут еле-еле с ним справился. Отдохнем немного. Так, мне нужно поесть. И хватит поесть. А есть, кстати, особо-то и нечего, да, у меня сейчас? На еду не зашло. Да, пока и с едой проблемы. Картофелину быстрее съедим хотя бы. Так. Что там осталось еще что? Вот сюда вниз я не ходил. Неопознанные перчатки. Ловушек нет. Все пусто. Все, по-моему. Не очень удачный лут в целом. На этом этаже, ну, еще есть этажик. Толчки доносятся сверху. Наши наверняка там, нужно прорваться туда любой ценой. Ой. Здесь типа, что награда любому, кто все зачистит, 700 монет. Вот смысл письма. Лук, 24 урона. Явно лучше. Стрелы я тоже возьму, на всякий случай. Возможно, они мне пригодятся. Доспех явно хуже. Кольчужная шапочка. Ну, кольчужная еще ничего. Тоже оденем. Покушать. Отлично. Куча заживляющих элементов. Меч стражника, кстати, должен быть неплохой. ...24 урона. Ну, вот так вот. 42 из 60. 31 из 60. Это уже на грани поломки, так что мы его... Определить можно что-нибудь. Перчатки. Непонятно, они вроде не очень. Сэкономим пока. Монастырские подвалы. На объект применяется. Бьет плетью себя или союзника. Боевой раш. Баф, короче. Вдохновение боли. Чем меньше здоровья, тем больше у него параметры. Ну и баф восполняет здоровье и энергию.
безумец, собачка. Жертвует здоровье, получает урон, стакается и так далее. Так это вокруг только, да, у нас идет. Поставим-ка мы ему сюда вот такой двойной дэмэдж. Ну, наверное, пока все. Нужно еще один тотем поставить. Битва нас рассудит. Он что-то бафается и бафается, кстати. Все, я его убил. Еще живучесть подкачаем. На двадцаточке хочу качнуть. Так, что вот здесь мы теперь можем что-то новое взять. Пассивка, урон огнем. Получение урона огнем уменьшает время восстановления заклинания ветки. Но это сомнительно. Вот это можно попробовать еще посмотреть. Луч огня. Геомантия. Вот этот баф тоже, конечно, классный. Каждой степени увеличивает... Не, возьму-ка я баф. На боссе он пригодится мне. Вот так. Где там эти вампирчики? Он тотем хочет ударить. Проваливает. 15 ходов. То, что у меня два камня стоит. Поэтому в 3 раза дольше. Висит. Супер баф. Иди-ка сюда. Все, всех завалили. Цепы у них там валяются всякие. Ну, двадцаточку он, конечно, дает. Точность минус. Ну, не надо мне эти цепи. О, еда. Отлично. Поварешка, миска, молоко. Кувшин молока. Голод минус, сопротивление голоду плюс, жажда минус, сопротивление дробящему. Ну, пойдет. Нормально. Мышка. Подходи, давай. Так, проголодались. Это у нас, ух ты, сопротивление морозу, городские верхетки, трэш. Так, шина одна есть, но я надеюсь, одной мне хватит. А это что это? Парирующий кинжал, шанс блока, сила блока, точность, контрудар, 21 урона. Что-то прикольное. Зачарование. Доспех неплохой, может зачаровать его, попробовать. Разъедающему и дробящему, ну ладно. Свиток определения. Так, ну у меня их теперь два, поэтому один мы используем. Перчаточки попробовать или зелье. Зелье тоже бы хорошо. Ладно, перчаточки. Оп. О, эти защиту дают, а эти нет. Шанс неудачи. А, увеличивает неудачу. Обзор плюс 2, регенерация здоровья. Но они дают защиту. А мои точность, шанс крита. Ну. Тем не менее. Скоро сломаю, а возьму все-таки эти. Здесь переход на следующий этаж, пока нам это не нужно. Ох ты, какая тут сюрпризная комната. Бах, сразу трешку. Кстати, тотем будет мой разрушать, я смотрю. Что как бы плохо, на самом деле. Блин, в дверь попал, все, я ничего не заметил. Ну, как же так? Не, пока он не бьет даже эту штуку. Неплохо пока ему залетает. Мне броня вообще спасает. Ох ты, еще один фальшон. Кто знает, вдруг он нормальный. Не очень.
опять-ка стоит. Эта штука, кстати, так не... Но она в упор только работает, вот что плохо. Блин, не подходит. 20 ходов под тремя бафами. Камней. Дирк вроде-то отстой полный. Странно, почему он не стал разрушать ничего. Ну, какой здоровенный. Ух ты, неопознанный пой. Кинжал 20 урона. У меня круче еще, да, 15. Хотя он очень сильно отличается, я смотрю. Так, а как посмотреть со вторым сравнить? А вот. Лёгкий кинжал на альт. Пробитие брони. У Баллука больше, урон по броне тоже больше. Травмирующий урон, шанс кровотока больше. Точность тоже больше. Много. Причем шанс крита 3. Чисто у того блок. 4 сила блока. Но мне Баллок больше нравится. Так, этих мазей мне уже, наверное, достаточно. Можно, кстати, заюзать. Где там у меня заканчивается? Вот две. Что я сделал? Переместить нажал. А чё я не могу ее использовать отсюда? Ну ладно. Так, пояс. Можно, конечно, снять с него просто, а вдруг я не найду ничего лучше. Снять проклятие, зато одеть сразу можно будет. Вот так вот. Пускай Торс быстрее вылечится. Сколько там много врагов всяких. Сразу три цели ударить, почему бы и нет. Ой, там их несколько опять-таки. Он тотем разрушил не вовремя. Оглушение на три хода. Нет! Фейл! Я доказал, что это пойдет не так. Надо было отходить. Надо было просто отходить. Но, к счастью, я очень крутой, бронированный. Поэтому все нормально. Подожжем их. Лапчик у нас. Живучесть докачаем. А здесь что у нас можно в пиромантии взять? Длительность горения там увеличивает. Сожжение. Не знаю, пока не буду ничего брать. Так. Они оглушатся, они так, нет? 100 баф от 3 тотемов есть. Ну я уже мощен. Я спокойно их перестоял. Так, 2. Вот так 3 будет бафа. Нет, все равно не хватает. Мана закончилась. Жертвенная кровь. Каждый процент здоровья потеряется с помощью системы модификатора, восполняется на нее энергию. Ну, в общем, ничего страшного там нет. Неопознанный кинжал. Зелененький. Ну, зелененький это фигня. Можно немножко отдохнуть. Ну, еще один идет камикадзе. Кстати, наверное, надо опять подлечиться что-нибудь. Вот опять, вот один. То мне этих много штуковин использовать.
Ты можешь подходить или нет? Малыш какой-то там напал на меня. Ух ты! Щит на 4 защиты. Неплохо. Колотушка мощная очень. Стратен, у меня шанс блока. Блин, колотушка крутая. Шанс блока 5. А там на точность. Двадцать два. Обойдемся. Так, колотушка 170. Это очень мощная колотушка. Хорошо. Опять щит какой-то на 4 защиты, пиявки, зелья. Будем без щита, не хочу сейчас использовать. Ух ты, посох разочарователя, дробящий, урон огнем, арканный, священный, сила магии плюс 20%, арканистики, похищение энергии. Но он все равно будет слабее двух оружий. Не буду даже брать, обойдусь. Это у нас уже две штуки, точно больше не понадобится. О! Интоксикация. Регенерация здоровья на 45 ходов. Это надо бы взять. Баф заюзать хоть какой-то на босса. О, новый пояс. Энергия плюс 5, реген, здоровье, лечение. Нормально. Все, разбомбили. Все. Все ли не все? На этом этаже. А, вот слева еще не все. Внизу дверь же осталась. Ой, я близко подошел сильно. Так. Это жертвы там они приносят. Так, я ничего не могу. Все уничтожены. Блин, мы не могу теперь к сундуку не добраться, если так поставить. А, вообще никуда не добраться. Ну ладно. Ух ты. Сапожки на 4 защиты. Ну это нормально. Это прям вообще очень даже неплохо, я бы сказал. Волчья шкура нам не нужна. Деньги нам тоже не нужны. Тратить их вроде как не на что будет. Пить захотелось. Блин, что-то не туда полетело. Мой заряд. Пошел не туда. Кушать захотелось. А есть у нас что покушать-то? Молоко только есть. А, вот, есть.
персонаж забафался. Левел получил. Так, живучесть. Надо ли дальше еще качать? Что у нас тут? Сила магии, сопротивляйся магии, боли, стойкость, затраты на способности. Восприятие. Урон от оружия дальнего боя, шанс попадания, шанс крита, скрытность, обзор, дальность, шанс уклонения, контрудара, неудачи. Урон от ближнего. Увеличится он хоть чуть-чуть. 21-12. Оп, раз. Два. Нет, урон не увеличился. Ну и ладно. Не так важно. Сапожки. Две защиты. Без всяких минусов. Обойдемся. Определение. Использовать. Ну-ка определим что-нибудь. Вряд ли эта шапочка мне понадобится. Зелье лучше определить. Вдруг какое-нибудь классное попадется. Оп. Точность. Во. Пойдет. Ох ты. А вот и набор для починки. Много этих штуковин не надо мне все равно. Даже еще можно их выбрасывать и выбрасывать. Не буду этот кинжал все равно определять в любом случае. Так, куда мне тут что переложить? Вот так вот. Может пригодится, что починить из моих этих вещей нормальных. Так, все вроде теперь. Этаж пройден. Помню, будет еще или уже босс? Босс, наверное, уже все. Угу. Все, босс. Записку даже прочитать не можем. Так что, свиток определения использовать. Поиск посмотреть, что ли? Не, лучше зелье. Зелененькое. Оп. Более утоляющая есть у нас. Точность, хорошо. Так, это мы заюзаем. В битве сейчас нужны все параметры. Вот голод, жажду. Блин, голод, только молоко у нас придется жрать. Интоксикация, боль. Явку повесить. Здоровье максимум. С голодом-то у нас небольшая проблема. Молоком только можно нажраться. Не повезло, не выпало ничего на еду хорошо. Ну ладно. Наверное, хватит. Не знаю, докуда можно дойти. Может, два раза только можно выпить. Ну, выпьем два раза. Что делать? Что голод хотя бы уйдет. Так, голод ушел. Навыки. У нас два очка. Можно два чего-то взять. Сожжение. Ну, это на область. На область нам не надо. Геомантия. Каменеть. Дает силы геомантии. А вот это что? Прочность валунов увеличивает. Каменных шипов. Ладно, оружие. Что там у нас? Молот и... Может, оружие усилить. И кинжал. Я могу вообще два кинжала взять, кстати. Дробящий. А дробящий, наверное, статую будет хорошо убивать. Фиг его знает. Урон по броне, пробитие. Короче, молот и кинжал у нас есть. Как потом молот называется? Ну, это булава все-таки. Так. Наносит удар, выжигающий энергию, отбрасывает назад. Если первый удар успешно отбрасывает врага, атакующий перемещается вперед и наносит дополнительный удар. Ну, не очень мне это надо на самом деле. Ошеломление. Лучше пусть он способности использует и отбегает, как я понял. Так, а кинжал что у нас тут есть? Два удара. Во. Ну, возьму, попробую кинжал. Что у нас тут еще есть? Если второй вариант. Вооружение содержит кинжал, смена оружия не отнимает ход. Вистой кинжал мы снижает время восстановления на один. А это?
активная. Наносит урон плюс крита. Энергию сжигает. После этого меняется местами с врагом. Обездвиживает на 3 хода. Получает уклонение. На следующий ход атакующий. Неплохо. Возьму-ка я вот эту лучшую штуку. Да, я играл уже кинжальщиком в бетке. И мне вот эта штука понравилась тогда. Если вроде основное оружие кинжал, то у меня будет способность использоваться. А если вот так? Ну-ка, как бы точно убедиться. А, вот так закрылись. Да, просто надо, чтобы кинжал был одно из оружий. И все будет нормально. Даже не важно, какое получается. Окей. Ну, а, починить посмотрим. Надо что-то нам починить, чтобы не сломалось. В бою, да вроде и все нормально. Доспех можно починить. Это все вряд ли сломается. Ну, это все довольно прочное у меня остальное. Все, я готов к сражению с боссом. Поехали, надеюсь, у меня сейчас получится. Варен, ты жив. Беги, пока не поздно. Нет, не бросай нас тут. Пусть это поскорее закончится. О, гляжу, у нас незваные гости. Мы было хотели оставить тебя напоследок, но раз уж ты явился сам... Так вот, кто стоит за этим безумием. Сейчас ты за все расплатишься. Так самонадеянно, гляни, все кончено. Скорый осколок и ваши души послужат высшей цели. Но престолу по душе твоя храбрость, ты мог бы неплохо нам послужить. Сложи оружие, может быть, мы сохраним тебе жизнь. Не в этот раз, чудовище. Что ж, мы могли... Мы были милосердны, но ты отверг наши дары. И начнется ритуал. Хоп, уничтожить статую. Короче, первая фаза, вот две статуи, надо их уничтожить. Вот и все. Так что, перемещаемся к статуе. А, ну нам еще валуны, конечно, нужно забафать. И лучше, я так понял, их ставить где-нибудь подальше. Потому что они будут на второй фазе мешать. Волны, чтоб на мне баф просто висел. О, вот эта штука вообще дамажит конкретно. Надо обязательно отходить. Один валун есть. Второй валун. Ну и сразу и третий поставим. Может быть сюда вот, например. Все, забафались. Статуя меня атакует, гадкая. Лучше вот здесь вот стоять, чтоб, если что, я мог всегда отойти. Куда бы он не накинул гадость свою. Да, кстати, дробящая нормально. Дробящая проходит прям вообще очень мощно по статуе. Никогда не было. Вот, плюх из статуи, из кувшинчика. Еще один зомби повосстал против меня. Может, броню пока заюзать. 20 ходов, это неплохо. Сейчас бы на меня огонь этот не лег. Надо направо стать. Нема, она закончилась. Плюх, опять огонек. Я вовремя отошел. Значит, сейчас меня бы тут зажало, возможно. Или можно тут отойти сюда? Не, наверное, можно было бы. Бьем, короче. Так, отходим направо. Она собирается подыхать, эта статуя, или нет? Отлично, одну статую уничтожили. Думаю, что сможешь мне этим помешать? Ну, первая фаза вообще простая, там со сложностью. На второй фазе сейчас. Так, подождем, пока не будем тратить ману на удары. Я вон их и так хорошо уничтожаю. Два хода, ой, зря я тогда отходил, надо было сначала зомби говорить. Пока у меня броня... А, откинуло, кстати, его взрывом брони, нормально.
Все, больше не будет кровавой земли. Сейчас просто можно статуи бить и бить. Так, можно броню пока бахнуть. Готово. Поздно. Твоя борьба напрасна. Я возношусь. Вот он превращается в мегабосса. Сон милостивый. Ну и тварь. Вот такой вот вознесшийся архонт. Чудовище способно испытывать только два чувства. Боль и звериную ярость, подпитываемая осколком глубоко внутри. Священный урон она, конечно, получает большой буст. Оглушению, отбрасыванию, кровотока у него резист, особенно оглушение, отбрасыванию, магии, силы природы, аркании чуть-чуть. В общем, вот, у него основные способности вот две. Это вот рывок на 5 клеток. И первой цели на траектории наносится 666% урона. Если под нее попасть, это все, ГГ сразу получается. И оглушается он на два хода, если в стенку врежается. Вот, и она все-таки подготавливается. Один ход, тоже траектория, надо отходить. И вот это вот, нетопырей. Накидывает. Это надо просто, если стоять рядом, то персонаж будет по центру, нет, при отойти будет невозможно. Ну, без всяких способностей на перемещение двух клеток, которых у меня нету, кстати. Поэтому нужно от него на максимальной дистанции быть в момент каста этой способности, тогда он заденет и можно будет отойти. Но это в бою будет видно. Только краешком. Пожирает труп, на 33% отхиливается энергию, восполняет. Но он будет жрать вот этих вот друзей, ничего не поделаешь. Отпрыгивает на расстояние до двух клеток, получая кувороту и минус урона на следующий ход. И наносит удар с отбрасыванием всем. Ну, в общем, посмотрим, получится ли. Я сейчас я хотя бы знаю, чего ждать. Сейчас он начнет кастовать перемещение. Мне в идеале надо вот сюда стать. Он тогда оглушится на следующий ход. Кстати, вот у нас тут бафик еще, второе дыхание. Подхилили меня, ману пополнили. Вот сюда сейчас, по идее, стану, и он должен будет оглушиться, влезаться в эту статую. Проверяем. А, я не могу сюда стать. Ну ладно, тогда он вряд ли оглушится. Ну, в любом случае, он сейчас будет это движение. Может и оглушится, может нет, посмотрим. В итоге я сейчас могу чем-нибудь зажать. Боли утоления нет, точность. Ну, точность, например, выпьем. Вот. И надо, нельзя попасться на вот эти вот клеточки, иначе конец. Шанс крита, точность плюс 25 на 60 ходов. Раз, два, три, четыре, пять. На сколько там клеток? На 5 или на 6? На 5, то есть он не оглушится. Поэтому мне надо просто отойти в сторону сейчас. Вот сюда, например, по идее он не должен по мне попасть. Потому что вот, есть конкретные клеточки, по которым он пойдет. Все, он не оглушился. Теперь он будет нетопыри на меня пускать. Кстати, можно лук, конечно, одеть еще. Ну, либо просто заклинанием в него. Какая у него дальность нетопыри, смотрим. Дальность 3. 1, 2, 3. Ну, вот сюда, если я стану. А, он все равно до меня пока не кидает их. Наверное, отсюда я тоже смогу отойти. Попробуем проверить. Сейчас я в него запулю, например. Ну да, вот, нетопыри, 3. То есть, получается, все равно 2, как бы, вот сюда он их кидает. Надо обязательно отойти. Иначе он задебафает, урон нанесет. Все, теперь у него отлипла первая способность. Нет, через ход. Сейчас он еще будет подходить. Через ход она отлипнет, и он начнет опять рывок делать. Вот сейчас. Все, один ход, он начнет делать рывок. То есть, подходим наверх, чтобы он оглушился, в стенку ударился. Оп. Теперь отходим в сторону. Подлетит, оглушится. Вот сюда, я думаю, я стану и смогу его бить. Все, он оглушился, врезался в стену. И теперь можно его бить два раза. Например, первый раз можно ударить вот этим. Блин, местами меняться, конечно, не хочется в стенку. У меня пока броня висит нормально. Двойной выпад делаем на него. Два удара. Шансом кровотока. Попробуем. Так, ну кровотока там, конечно же, не будет пока никакого. То есть сейчас можно опять либо отойти, чтобы урон не получить, потому что он еще оглушен, либо вот уже от него получать удар. Но я думаю, что я сейчас попробую отойти. А, и нет, и приполучил я сразу, блин. Вот сейчас я ничего не сделаю.
сейчас я ничего не сделал. Да, нет, это получается сразу это ошибка. Я могу пробовать его оглушить, но у него иммунитет и вряд ли пройдет. Здесь тоже только соседняя клетка. Придется получить удар. Я тут ничего не могу поделать, к сожалению. Обновить баф могу, камни кожи. Неизвестно, когда там потом получится это сделать. Ладно, не будем спешить. Отходить сейчас тоже смысла нет. Можно просто его ударить, будет лучше. Все равно я получу удар. Вот, и на меня появился противный дебаф. Здоровье минус, шанс неудачи плюс, урон оружия минус, сила магии минус, энергия минус. Все меня минусанул, гад. Теперь смотрим. Два хода у него до нетопыри. Мне сейчас надо отходить. Но сейчас он просто улетит вперед. Все, пошли. Не нетопыри, в смысле, а рывок. Потом нетопыри будут. Отходим в сторону. Он сейчас полетит вниз. Я же могу сюда встать. Все, я могу перебафать броню каменную. Сейчас нетопыри полетят. Сейчас я от них нормально увернулся. Два хода. Сейчас он подойдет, а я могу уже в него стрелять. В идеале, конечно, с лука бы стрелять в него. 15 урона всего лишь. У него еще 72%. Так, сейчас пойдет рывок. Я могу здесь же стоять. Блин, ну вот тоже сука стрельнусь. Но туда не смогу потом бить. А вот, я могу ее использовать эффективность лечения, регенерация здоровья. Эту штуку заюзаю. Съесть. Так, отходим в сторону. Бьем его. Урона, очень даже неплохо. Кстати, способность, ну, не хочется тратить сейчас ману. А если сейчас, вот я вот это ж мне дает уворот, следующий удар, то сейчас поменяюсь местами, и будет не уворот, получается, он отпрыгнет от меня просто. Вот так, оп, я уклонился, да, с помощью этой способности. Но я его привязал, он теперь не сможет, да это наоборот минус же мне, я его привязал. Зря я это сделал. Ну ладно, под броней посмотрим, как дамаг по мне пойдет. Он промахнулся пока еще, почему-то. У него все сопротивления, кстати, минусовые. Оглушение. Шанс неудачи у него плюс. Ну что, бьем тогда его вблизи. Так даже лучше. Да, и нормально, под камни кожи я вообще стою четко. Без них, конечно, жестко. Я могу даже вот еще. У меня маны сейчас мало, не хочу тратить. А что мне за зелья остались? Более утоления пока не нужно. У меня еще 4 хода неудачи висит, конечно. Вообще даже неплохо так поменялся, он бьет слабо. Я значительно же сильнее ему накидываю. Что он в упор сейчас может эту штуку начать делать. Или нет, дальность 5. Или он в упор не будет, наверное, отпрыгнет все-таки сначала, я думаю. Посмотрим. Рискнем, короче, не будем ничего делать. Просто бьем, пока бьется. Сколько у него уже хп? 38%, нормально пошло. Да, он отпрыгнул, а теперь... Теперь будет эта способность. Вот это. Рывок. Раз, два, три, четыре, пять. Он в любом случае оглушится. Лучше, наверное, я опять вот эту же способность использую. Можно сейчас огоньку поддать ему еще. Так, что там с камней кожей? 8 ходов. Ладно, не буду огонька поддавать. Сюда подойду просто. Пиявку наложу пока. Во. На руку. Так, отойдем в сторону. Он оглушился. Запихнем ему знатно. У него 21% остался. Сейчас попробуем опять вот этой же тактикой поменяться, привязать его к месту. Все, он теперь отпрыгнуть 3 хода не сможет. Но у него сейчас ошеломления, правда, нет. 4 хода у меня висит каменка еще, так что можно бить. А, отпрыгнул. А, ошеломление. Да, отпрыгнуть он может. А обездвиженность, ошеломления-то нету, поэтому он может. Так, что сейчас будет? Значит, сейчас будут нетопыри. Или опять рывок, одно из двух. Ну, расстояние приличное. Я могу отсюда, в принципе, действовать. Все, пора броню обновить сразу.
Продолжаем напихивать. Ну все, конец ему. Победа. Со второй попытки у меня получилось, когда я разобрался в его способностях. Вечный голод, полученное достижение. Вот это приход. Ох-ох-ох. Продолжить. Варен, у меня много вопросов. Верн. Я его Варен все называю. Сейчас не до этого, осколок у нас. Пора убираться отсюда. Осколок пока не у нас. Что это, посмотрим. До сих пор источает жар осколок камня. Короче, победили этого босса. Звук был как из героев. Да что ты там собираешь из третьих? О, можно выйти. О, такого, по-моему, не было, когда убиваешь. Ох ты, тут еще пора выпить. Так, карт. А карты же нету тут, да. Либо если с ними поговорю, то все. Я не смогу дальше путешествовать. Ну, кстати, много чего есть. Ну ладно, пойдем поговорим. Все мои пожитки, целое состояние. Я пущен по ветру. Ринвард. Заткнись. Сон Маради. Берн мертв, Лок мертв. Берген мертв, а ты плачешь по своему барахлу. И все это из-за тебя, Верн. Что, боялся, что остальные струсят? Ты мог бы предупредить. Хотя бы меня. Непыльная работенка, возможно, раскопки. Орава каких-то людоедов, это непыльная работенка? Ты в своем уме? Думаешь, я всем лгал? Гвинен божился, что монастырь давно пустует. То есть, это твой Гвиннел отправил всех на верную смерть? Не знаю, но хотелось бы в это верить. Не хотелось бы в это верить. Это все какая-то ошибка. В половине наших эта ошибка стоила жизни. Знаю, у меня тоже много вопросов. И уж поверь, как мы закончим с контрактом, Гвиннел ответит на каждый. Нет, Верен. Сегодня наши дороги расходятся, каравана больше нет. Мы с Ринвардом и Ахрузом возвращаемся в Брин. И это после стольких лет? Я только что спас ваши шкуры. Спас из западни, в которой сам же нас и завел. Все эти годы мы все знали, где и как мы будем работать. Как только ты начал якшаться с Гвиннелом, беды валятся на нас одна за другой. Я хочу знать, почему Гвиннел темнит, зачем ему нужны осколки, что вообще такое эти осколки, черт побери. Но мы ничего не знаем, а тебе кроме денег ничего не нужно. Но с золотом никого с того света уже не вернешь. Я свое слово сказал. Вы люди свободные, а я связан контрактом. Дальше справлюсь и сам. Проваливайте. Ну да, я так и знал. Я поговорю, мне не дадут тут побегать. Ну, вряд ли будет что-то. Я нашел какой-нибудь судное, но тем не менее. В общем, вот так все. Ждем 6 число и отправимся в путешествие еще раз. Более полноценная, я надеюсь, будет. Game Maker Studio 2 создана на... Ну-ка, если продолжить... Понятно, с этого подземелья начинаю. Ну все, всем удачи, до скорого.